Тонировка вне закона. Это правило действует на всей территории России с 2011 года, но до сих пор находятся автомобилисты, для которых закон не писан. Не исключение и Ненецкий округ. В Нарьян-Маре сотрудники ГИБДД продолжают бороться с теми, кто предпочитает оставаться в сумраке. Масштабные рейды прошли на этой неделе. На одном из них побывала наша съемочная группа. Стоят на лесозаводе. Каждый водитель понимает, о чем речь. Сегодня у инспекторов ГИБДД цель одна – машины с тонированными стеклами. Взмах полосатого жезла видно даже через тонировку. Уже через 15 минут рейда сотрудники останавливают первый автомобиль. Определить на глаз, насколько тонировка пропускает свет, невозможно. Для этого существуют специальные приборы. По правилам, передние стекла должны пропускать 70% света, а лобовое стекло – 75%. Производим замер. 42%. Общепринятое мнение – темная пленка, наклеенная на передние стекла автомобиля, защищает не только от солнца, но и от любопытных глаз. Разглядеть водителя за такой своеобразной защитой практически невозможно. Актуальность данного вопроса связана с чем? В принципе, в первую очередь с тем, что нанесение тонировки оно не обеспечивает обзорность места водителя. В то же время данное нанесение тонировочного покрытия оно, скрывает иные административные правонарушения. Это такие, как непристегнутый ремень безопасности, использование телефона при движении, перевозка детей либо пассажиров также непристегнутым ремнем безопасности, перевозка запрещенных предметов, которые инспектор при проверке транспортного средства или водитель транспортного средства способен увидеть через передние стекла. Водитель «Шкоды» с результатами замера согласен и вину не отрицает. По его словам, машину приобрел в Нарьян-Маре уже с тонировкой, но снимать ее не захотел. Посчитал, что это лишняя трата денег. Но, как говорится, скупой платит дважды. Теперь водителю предстоит не только снять тонировку, но и заплатить штраф. Все по закону сделаем, соответственно. Берем, заплатим штрафы. Все по-честному. Как показывает практика, любители тонировки меньше не становятся. Каждый год нерадивые автомобилисты придумывают новые ухищрения, чтобы обойти закон. Например, сейчас в моде так называемая съемная тонировка или шторки. Но и эти способы попадают под запрет. За данное правонарушение назначается административная ответственность в виде административного штрафа в размере 500 рублей. С 1 июня по настоящее время сотрудниками полиции уже составлено 23 административных материала по данному правонарушению. Госавтоинспекция обращается ко всем автовладельцам и призывает привести свои автомобили в надлежащее состояние. Нарушение может ударить не только по вашему кошельку. В первую очередь от этого зависит безопасность, здоровье, а порой и жизнь участников дорожного движения. Анастасия Максимова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».